магний В6. Показания к применению, дозировка, способ применения, побочные действия, цена. Инструкция по медицинскому применению. Активное вещество – магний-лактатодегидрат, пиридоксинный гидрохлорид. Лекарственная форма – таблетки, питьевой раствор для детей. Фармакологическая группа – препарат магния. Показания к применению. Установленный дефицит магния, изолированный или связанный с другими дефицитными состояниями, сопровождающийся такими симптомами, как повышенная раздражительность, незначительные нарушения сна, желудочно-кишечные спазмы, учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, боли и спазмы мышц, ощущение покалывания в мышцах. Если через месяц лечения отсутствует уменьшение этих симптомов, продолжение лечения нецелесообразно. Способ применения. Перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с врачом. Раствор может использоваться для детей от 1 года. Раствор из ампул перед приемом растворяют в 1/2 стакана воды. Таблетки следует запивать стаканом воды. Лечение следует прекратить сразу же после нормализации концентрации магния в крови. Таблетки. Взрослым рекомендуется принимать по 6-8 таблеток в сутки. Детям старше 6 лет массой тела более 20 кг по 4-6 таблеток в сутки. Суточную дозу следует разделить на 2-3 приема и принимать во время еды. Ампулы. Взрослым рекомендуется принимать по 3-4 ампулы в сутки. Детям старше 1 года массой тела более 10 кг суточная доза составляет от 10 до 30 мг магния на килограмм массы тела, 0,4-1,2 ммоль магния на килограмм или по 1,4 ампулы. Суточную дозу следует разделить на 2-3 приема и принимать во время еды. Побочные эффекты. Нарушения со стороны иммунной системы, кожные реакции, крапивница, зуд, аллергические реакции, в том числе бронхоспазм, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, диарея, боли в животе. Цена. Средняя цена одной таблетки составляет 8 рублей. Средняя цена одной таблетки Форте составляет 15 рублей. Средняя цена одной ампулы составляет 49 рублей. Спасибо за внимание и будьте здоровы!